Добрый вечер, друзья. Это «Горячий комментарий», рубрика, которая выходит каждый будний день сразу после выпуска новостей. И в ней мы обсуждаем важные новости, которые прошли как раз в этот день. И обсуждаем не просто так, а с экспертом, со специалистом сферы. Поэтому присоединяйтесь к нам, пишите свои вопросы в комментариях под этим видео. Я буду стараться их зачитывать. Если, конечно, мы до этого не обсудим еще с экспертом конкретно эту тему. Ну и также просто подписывайтесь, ставьте лайк, не забывайте про наши соцсети. Все это помогает нам продвигать свои материалы большему числу зрителей. Но делать это только в том случае, если вы находитесь в безопасности. Ну, я думаю, самое время переходить к теме. Сегодня очередная годовщина теракта в Минском метро. Ровно 13 лет назад, 11 апреля 2011 года, в час пик на станции Октябрьская произошел взрыв. Погибли 15 человек, пострадали более 200. Спустя всего лишь сутки силовики отчитались о поимке подозреваемых, токаря Дмитрия Коновалова и электромонтера Владислава Ковалева. В те дни о ходе расследования с экранов телевизоров рассказывал лично Лукашенко. И еще до решения суда и он, и пропагандисты называл обвиняемых исполнителями теракта. То есть безапелляционно. Уже через полгода Верховный суд признал их виновными и приговорил к расстрелу. Причем обвинение было достаточно лишь признания Коновалова и Ковалева, которые они дали во время следствия, хотя как раз-таки Ковалев заявлял, что давал показания под давлением. Согласно опросам, большинство белорусов не верят в официальную версию, до сих пор считают осужденных невиновными. Многие эксперты также до сих пор указывают на множество нестыковок и рассматривают версии причастности к теракту спецслужб, ну или российского следа. Вспоминаем события 13-летней давности, проецируем их на сегодняшний день вместе с политологом Сергеем Марцевым. Сергей, добрый день. Да, добрый день. Добрый день. Хочу сразу же отметить, что у нас не получилось выйти на видеосвязь, что-то какие-то проблемы с интернетом были, я так понимаю, со стороны Сергея, и поэтому мы будем общаться аудио, но, по крайней мере, как выглядит Сергей, вы видите теперь на экране, на фото. Да, Сергей, давайте все-таки к вопросам. Вы делились на своей Facebook-странице воспоминаниями о том времени, которое вам пришлось... Как раз в то время вы находились в Американке, то есть в СИЗО КГБ, да, и в это же время привезли тогда подозреваемых, ну и фактически обвиненных в совершении теракта Коновалова и Ковалева. В своих воспоминаниях в Фейсбуке вы написали пост, вы пишете, что с ними обращались как с политическими, не по внутреннему распорядку. Можете, ну, может быть, не сильно кратко, но рассказать о том, что происходило тогда в СИЗО КГБ. Я начну с небольшого предисловия. С осени и с декабря 2010 года следственный изолятор КГБ, он же в простонародье Американка, был заполнен политическими. В разное время прошло 63 фигуранта, статус которых многим потом изменили, так называемого дела о площади 2010. Тогда я в первый раз познакомился с лозунгом «Иногда не до законов». Правовой статус внутренней тюрьмы КГБ претерпел резкие изменения. Точнее, правил не осталось. Внутренний регламент поведения администрации и заключенных, который висел на каждой стене в каждой камере, просто-напросто зашли и демонстративно сорвали со стены. Тогда же, в морозные дни декабря, ввели спецподразделение головорезов, буквально в смысле людей, которые унижали и избивали, прежде всего политических, подвергали их пыткам, стоянию на морозе в голом виде, в пустом бывшем гимнастическом зале. И, собственно говоря, все это продолжалось до марта. В марте, в связи с выступлением Михалевича, которому удалось выйти из стен изолятора, он дал пресс-конференцию, и под давлением массовой реакции средств массовой информации, тогда это еще было возможно, в марте масок убрали. Но Коновалову и Ковалеву это не особенно повезло. Я, может быть, вспомню еще раз 11 апреля, как я его видел своими глазами. В 6 вечера над всем проспектом завыл сигнал воздушной тревоги.
Вот. Нас это, правда, только развеселило. В тюрьме каждый повод обратить на что-то внимание – это уже развлечение. Как вы понимаете, у заключенных иных развлечений не особенно много. К нам в камеру заволокли телевизор, и первый раз за много месяцев нам включили телевидение. Правда, это был только новостной выпуск СТВ. В Минске в подземке произошел взрыв. Мы были в шоке. Первая версия, которая возникла в тот же вечер, когда выдернули на допрос моего сокамерника, отличного парня, анархиста Игоря Оленевича, он достаточно известный, опять-таки, молодой политик. В настоящее время он опять, к сожалению, в заключении. Ну да, не суть дела. Короче, первой версией было то, что в знак мести за Оленевича и его коллег взрыв устроили белорусские анархисты. Но уже 13-го вечера, когда тональность выступлений сменилась, в следственном изоляторе появились новые заключенные. Это всегда чувствуется. Там маленький периметр, круглый. Если кого-то завозят новенького, свежее мясо, как шутили зэки, то это слышит весь периметр, то есть все 18 камер этой внутренней тюрьмы. Обращались с ними, несмотря на то, что ту команду масок, тех беспредельщиков уже убрали, двое штатных контролеров взялись полностью повторять на себя роль масок, только уже по отношению к Коновалу с Ковалевым. Они сидели через стену от меня. Я сидел в четверке с Оленевичем и с парнями. Они сидели в трешке и двушке. Это двухместные камеры, которые часто используют как изолятор-одиночки. Им выдали не обычную тюремную посуду, как нам, а пластмассовую, такой яркой расцветки. Видимо, чтобы они не покончили жизнь самоубийством. Металл не давали. Это просто очень бросалось в глаза, когда выводили на прогулку или на оправку с утра. Она даже на обед с ними не оставалась, выставлялась наружу за периметр, за территорию периметра. И самое, наверное, я многого не мог видеть. Иногда слышно было, как трясется стена, то ли били, то ли сам бился. Там был либо Коновалов, либо Ковалев. Их по одному держали в соседней камере. Мне точно неизвестно. Но самый дикий, наверное, номер, который исполнили, как раз таки исполняли уже не маски, уже обычные штатные контролеры, которые не отличались в обыденной службе жестокостью. Это так называемые ночные олимпиады, как я их назвал. По 3-4 раза за ночь. Заключенных, подозреваемых во взрыве, а их было изначально трое, напомню, а не двое. Их поднимали и гоняли 3-4 раза за ночь по периметру, сопровождая это треском электрошокера, дикими воплями и ударами дубинки об ограждение самого периметра американки. И слышно было, как они бегут по этому кругу, пока им не разрешают остановиться. И сзади стоит вот этот глухой мат и рев надзирателей. Собственно говоря, ну вот приблизительно так, я понимаю, что мы ограничены во времени, поэтому стараюсь выделить какие-то моменты, которые могли бы быть интересны. Ну, я так понимаю, что вот такими методами и были выбиты эти признательные показания. Или все-таки вы считаете, что и Коновалов, и Ковалев сознались, а это было просто как, ну не знаю, наказание за совершенное преступление и так далее? Вы очень точно подчеркнули момент. Дело в том, что я это заметил достаточно давно. Эти люди, которые сидят в здании главной спецслужбы страны, они открыто говорят, что они судят не по законам, они судят по своим внутренним понятиям о справедливости и законности. По понятиям, иначе говоря. И решение суда, на самом деле, это уже формальная бумага. Суд подтвердит то, о чем он договорился либо с органом следствия, либо с прокуратурой, вот, либо с либо с комитетом. Поэтому вы, как из них убивали показания, здесь важно не столько физическое насилие, поверьте мне, это всего лишь у чекистов составляющая того, что они делают, причем не самый главный инструмент. Если человек сможет прийти в себя после зуботычины от ментов и дальше чувствовать себя человеком, то чекисты стараются достать из человека все, чтобы он потом долго ходил с нездоровым мозгом и представлением о самой себе. Вот. Более того, я уже не раз это говорил, в каждой камере там стояла система аудио-видеонаблюдения замаскированная, а за ней сидели не просто опера в перчатке СИЗО, там сидел профессиональный психиатр, и он давал указания операм, следователю и наседкам в камере, как работать дальше с заключенными. Поэтому то, что они сознаются, делали они этого или нет, но то, что не сознаются, это был вопрос времени, а не самого факта, будет это признание или не будет. Но по факту им приходилось еще жестче, чем политическим, которых посадили в 2010 году.
А ваше мнение, о чем говорит настолько быстрая расправа? То есть буквально пару месяцев после суда и все, их расстреляли. Ну, по крайней мере, как говорят правозащитники, обычно намного дольше срока. В политическом отношении вот этот вот странный взрыв метро, он очень странно совпал, с моей точки зрения, с той общей линией на потепление отношений с Западом. Это был март-апрель 2011 года, когда они достигли какого-то принципиального соглашения с коллективным Западом, что взамен за улучшение отношений Лукашенко выпустит большую часть политзаключенных, подчеркиваю, большую, не всех. Вот, и взамен за это белорусский МИД сможет снова то есть что-то из себя представлять на международной арене. И этот взрыв звучал диссонансом с тем вот ожидаемым поступлением. Как будто либо кто-то хотел господину Макею и Лукашенко испортить планы нового реверанса на Запад, либо какая-то из условных башен Минска, я сомневаюсь, что они существуют, но действовала на собственный страх и риск, преследуя собственные неясные мне цели. Допускаю, что эти молодые люди могли быть исполнителями, но уж точно не заказчиками и не идейными вдохновителями того, что произошло на Купаловской. Вот. Собственно говоря, с перспективы сегодняшних прошлых лет я это вижу так. Не могу не попробовать какие-то параллели провести с недавними терактами в России. Вот ИГИЛ, да, взял на себя ответственность за теракт в Крокус-Сити и анонсировал другие теракты. Может ли такое случиться, что что-то подобное произойдет, опять же, это на ваш взгляд, произойдет в Беларуси снова, ну, потому что Лукашенко ввязался и в эту историю, и там максимально себя делает причастным? Очень сомневаюсь, что исламский терроризм имеет какие-либо шансы в Беларуси. Во-первых, потому что наша территория нашей страны, она довольно компактная. То есть при таком количестве милиционеров и сотрудников спецслужб на душу населения, мы всегда были впереди планеты всей, на одном из первых мест в этом отношении, то здесь успешно идет тому, что была построена страна в стиле 1984. То есть спрятать свои действия и подготовку к теракту злоумышленникам из условных радикальных исламских организаций было бы очень трудно. Это первое. Второй внешнеполитический аспект. Господин Лукашенко все это время мог ссориться и ругаться с Западом, мог даже громко бурчать на своего соседа Путина. Вот. Но у него были всегда неизменные приоритеты в арабских странах. И как минимум две из этих стран, с которыми у Лукашенко действительно теплые отношения, это Саудовская Аравия, это Катар, эти страны не раз называли в качестве спонсоров и духовных вдохновителей исламского государства, то есть ИГИЛ. Полагаю, что они бы замолвили пару слов перед боевиками ИГИЛа, чтобы на территории Беларуси подобное не распространялось. Но это только мои догадки. Но помимо ИГИЛ есть еще и спецслужбы. Такая версия рассматривалась и тогда, 11 лет назад. Ее рассматривают и сейчас по поводу взрыва в Минске. Ее же рассматривают теперь по поводу взрыва в Крокус-Сити-Холле, да. Может ли быть такое, что подобная ситуация повторится именно для того, чтобы, ну как, придумать внешнего врага, да, ведь тогда тоже были активные протесты в Беларуси, и вот вокруг этого врага, типа, объединить свои усилия в борьбе, точнее, с этим врагом? Опять-таки, сомневаюсь, что это был бы хороший посыл со стороны властей. То, чем господин Лукашенко старается дорожить, за что он дорожит, это так называемой стабильностью после 2020 года, после подавления жестокого протеста, он показывает, что он полностью контролирует ситуацию в стране. И если бы здесь произошел теракт, то это был бы, прежде всего, мощный репутационный удар по нему самому. А искать внешнего врага, он достаточно уже наговорил о том, что его окружают. Если бы он приписал авторство возможного произошедшего теракта как кому-то из стран соседей, Литве, либо Польше, условно говоря, он должен был, как он в своем представлении, такой сильный лидер, дать адекватный ответ. Он этого сделать не может. Опять это была бы репутационная впадка. То есть, с моей точки зрения, внутренней логики в этом бы не было. Я надеюсь, что этого не случится.
Вы сказали, хочу зацепиться за ваши слова насчет того, что вы сказали, что Лукашенко считает себя сильным лидером, а на ваш взгляд, он сейчас сильный лидер или нет? Я считаю, что у этого человека налицо возрастные изменения личности, это видно с 2020 года. В нем появились... Он и так был достаточно психопатичным типом политика, который демонстративно показывал, что он не соблюдает общепринятых норм поведения в обществе и в политическом социуме. Но после 2020 года вот эта вот подозрительность, исключительная жестокость, исключительная злопамятность, я в нем это видел еще в конце 90-х и по отношению к Козулину, с которым я работал на выборах 2006 года. Так вот, у Лукашенко эти человеческие качества, скорее всего, это возрастная ригидность мышления, они обострились. И, к сожалению, этот процесс, видимо, будет продолжаться. Но... Вот то, что сейчас с ним происходит, это не сила. Это, скажем так, определенная административная власть в руках человека, который ведет себя неадекватно, не по правилам, не отдает себе отчет в том, что делает. Но с ним могут поступить, в свою очередь, также не по правилам. Ну и давайте подведем черту под сегодняшним разговором. На ваш взгляд, ну, во-первых, какого мнения придерживаетесь вы? То есть, кто все-таки совершил этот теракт? Чьих рук это дело? Ну, если не брать как исполнителя, а как заказчика. Если вы имеете в виду ситуацию 2011 года, я правильно сказал? Да, конечно, конечно. 2011 год. Ну, как я уже и говорил, вот как раз тогда, в мае, из того, что наметилось пересмотр, переквалификация дел по политзаключенным, и новая статья уже предусматривала не 15 лет лишения свободы, а до 3, то есть стало ясно, что это делается исключительно во внешнеполитическом ракурсе, потому что оппозиция еще не подняла голову после того разгрома, то есть вряд ли это был жест по отношению к ней. То есть в ту пору, как МИД белорусский пытался снова построить отношения с Западной Европой, кто-то пытался на старте, возможно, это звучит конспирологически, я даю себе в этом отчет. Но скорее это что-то из жанра political fiction. Так вот, возможно, кто-то таким образом мог бы теоретически попытаться воспрепятствовать сближению белорусской внешней политики с Европейским Союзом и Соединенными Штатами. Ну и последний вопрос, на ваш взгляд, сможем ли мы когда-нибудь узнать правду по поводу вот этого теракта в 2011 году? История говорит, свидетельствует о том, что при падении тоталитарных, авторитарных государств спецслужбы в первую очередь уничтожают документы, а те остатки спецслужб старой формации, которые остаются, они делают все, чтобы на этих документах лежал срок закрытости от взгляда общественного мнения долгие-долгие годы. Поэтому не уверен, что это будет на моей памяти, и что я это увижу. Но очень хотелось бы пожелать тем белорусам, которые будут в то время жить в стране и за рубежом, чтобы они узнали правду о тех событиях. Спасибо большое. Сергей Марцлев был с нами на связи, политолог, который сейчас находится в Варшаве. К сожалению, у нас не получилось видеосвязь организовать, но хотя бы в аудиоформате пообщались. Еще раз спасибо, хорошего вам вечера. Спасибо вам, всего хорошего. До свидания. Остается только добавить, что... Нашу просьбу, стандартную просьбу, ставить лайки, писать комментарии, делиться этим видео, чтобы большее количество людей узнавало о том, что происходит в мире, узнавало экспертное мнение. Не забывайте, что в комментариях можно писать вопросы. Стрим появляется намного раньше, чем он начинается, поэтому уже по теме можно вполне формулировать что-то и задавать. Я буду с удовольствием это озвучивать. Ну и лайки, шеры, комментарии, колокольчики, подписка на все наши соцсети. Всего этого мы ждем, только не забывайте о своей безопасности. До встречи!